Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рейдж, все как всегда. И сегодня, как ты понял по названию попри-ролика, я тебе расскажу, как же выполнить достижение на 50 миллионов дрифта, а также немножко поговорим о других достижениях. Поэтому желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, а мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня есть личный промокод Evan. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс, VIP-статус на один день, иди сдавай на права и работай на свою мечту. Ну что, пацаны, давайте поговорим о достижениях. В декабре, в последнем обновлении на Смотре, админы нам завезли новую систему, где можно как бы немножечко подлутать денег, параллельно играя на этом сервере. И также добавили самое интересное для любителей дрифта. Это достижение на 1, на 5, на 10 и так до 50 миллионов очков дрифта. И за выполнение всех этих ачивок ты получал примерно 1 миллион. Сколько точно, мы посчитаем в конце ролика. Надрифтить 50 миллионов иногда даже сложно, потому что кто-то тебя может сбить, тебя может крашнуть, либо чип не тот, либо долго собирается. Ну, в общем, сложно 50 миллионов надрифтить. Не каждый сможет. А сегодня я тебе покажу способ, с которым сможет каждый. Можно сказать, это такой способ, что ты можешь оставить комп, уйти на полтора часа, прийти, а у тебя достижения уже все выполнены. Да, все настолько просто. Поэтому я надеюсь на большую твою поддержку, а именно лайк, комментарий и подписочку, конечно же, не забываем. Мне будет очень приятно, а тебе, в принципе, это несложно сделать. Что нам нужно, чтобы выполнить данное достижение? Первое, это нам нужен автомобиль с дрифтовым хендлингом. Кто не знает, на сервере почти все японки с дрифтовым хендлингом. Конечно, этот способ вроде как можно выплатить на другом автомобиле, но я не проверял, поэтому лучше, мне кажется, брать японку. То есть Supra, SX, Silvia, Skyline, RX-7 и так далее. Chaser, Mark, любой автомобиль. Второе, это чип. Значит, заезжаем на любую станцию чип-тюнинга и копируем весь мой вот чип. Трансмиссию, тормозную систему, колесные тяги. Что за тяги такие бархатные? И подвесочку. После того, как вы скопировали мой чип, нам нужно отправиться в место, желательно пустое и желательно, чтобы не лагало. Погнали. Так, я приехал в аэропорт, ведь это самая ровная дорога, которая есть здесь на сервере. Вот один пацанчик уже дрифтит. И также лучше на трассе не вставать, вот либо здесь, возле где-то укрытий, либо вон там, возле самолетов, где меньше вероятность того, что люди будут ездить. Либо, если вы упороты, можете вообще просто заехать в ангар. В принципе, этого ваше расстояние хватит. Здесь ничего вроде как не спавнится, никакой самолет, и можете дрифтить здесь. Либо можете вообще поехать в тот ангар, либо в ангар, вот этот, только забагать автомобиль, то есть закинуть наполовинку его туда, и через F3 убрать, и попасть за текстуры, где вас точно никто не потревожит. А, и кстати, про заправку. Мне хватило буквально 2 литра топлива, чтобы выполнить 50 миллионов дрифта, поэтому заправляться до полного бака не нужно. Ну, в принципе, это все. А, еще забыл хорошее настроение и ровный палец. Сейчас поймете почему. Значит, мы поставили наш чип, нашли площадку, все. И теперь самое главное, как же его выполнить? Мы разгоняемся где-то 30 км/ч. После того, как мы разогнались, нажимаем на круиз. Зажимаем в бок. Тачка начинает боком идти. И мы просто отпускаем поворот и зажимаем W, чтобы она вот так крутилась на месте. Лево-вправо, влево-вправо, и просто жмем W и ждем. В принципе, это весь и баг есть. Но это не баг, это как бы, может и баг из-за того, что пончики как бы бесконечно крутишь и бесконечно идут очки. В принципе, вот и весь способ, как его выполнить. И все, что от вас требуется, это тупо зажать W и ждать. Но если вы не хотите ждать и зажимать W, как я это делал, вы можете просто вставить что-то в клавиатуру, либо вилку, либо медиатор, либо любой другой плоский, тоненький предмет. Если у вас мембранная клавиатура, если у вас механическая, можете просто туда на W что-то нажать, я не знаю. И просто вот так ждете, и очки как бы капают, и деньги с ними тоже. Ну а как я это делал, где я это делал и сколько времени мне понадобилось, можете посмотреть прямо сейчас. Итак, пацаны, первое достижение на 1 миллион дрифта моим читерским чипом уже ближе. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Есть. Одно достижение мы уже получили. Идем за следующими.
Кстати, потратили на это только 10 минут. Еще мне нравится, что не нужно останавливаться, и достижения сразу же засчитываются. Я не знаю почему, но второй миллион мы капец как быстро надрифтили. Прошло всего лишь там 3 минуты и где-то... Ну, короче, 4 минуты прошло. Первый лям 10 минут, второй лям 4 минуты. Третий лям будет намного быстрее. И мы наконец-то апаем 5 миллионов и дрифтим далее. Что-то поначалу казалось прям быстрее, 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 а сейчас что-то как-то одинаково, нет? 9999, 10 миллионов есть. 30 минут нам, 31 минута нам понадобилось для того, чтобы набрать 10 миллионов. Ну, в принципе, сколько там? 15, 25, 30, 50 и 100, да? Посидим немножко. Конечно, мне кажется, после этого ролика я останусь без пальца. Получается, прошло почти 8 минут с предыдущего включения, мы набрали еще 5 миллионов сверху. Почему 15500, если мы 15 надрифтили? Понял? Так, пошла 43 минута, это означает, что с прошлого включения прошло 5,5 минут, ну там 5, если мы 2 секунды не будем считать, и мы набрали 20 миллионов. А теперь 20500 не пишет. Алло, 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 да-да-да, это Эван? Да. А что такое? Там вам 25 лямов должны завести, да? Окей, разгружайте сюда. Все хорошо. На базу Чикс, Чиназис. Когда она так подлагивает, это пипец страшно. Так, уже пошел 29 миллион. Мне кажется, что надпись W и буква под ней у меня сейчас, когда я отпущу палец, когда мы закончим ролик, прямо останется на пальце, а клавиша будет чисто белая. Не знаю, я так сильно вдавил, такое чувство, что я уже клавишу саму продавил. Получается, что 30 миллионов наши, да. Истинный любитель техники, да. Грузовой. 35 миллионов, осталось 40 и 50. Я надеюсь, моя клавиатура выживет. Фух, я уже чуть испугался, потому что я посмотрел на продолжительность дрифта, и там всего лишь 30 секунд, но, как вы знали или не знали, после одного часа дрифта таймер обнуляется, и все идет сначала. 40 лямов тем временем на базе, и осталось последнее достижение. 50 лямов. Я надеюсь, за 10 минут мы его выполним. Ну, плюс-минус уже 5 лямов идет 5 минут. 49200. 49300. 3 сотни. Нет. 49400. 49500. 49600. 49700. 49800. 900 и 50 лямов, есть. Нам понадобился 1 час, 9 минут и 20 секунд, чтобы надрифтить 50 миллионов. Охереть. А есть смысл дальше дрифтить? Там вроде же на 50 миллионах оканчивается, да? Чё, я думаю, можно палец как бы отпускать, 70 миллионов не хватит, и посмотрим, как это будет. Вот это я понимаю крутой результат, это охуенно! Так, достижение на базу. Да, все есть. А, я самое главное забыл чекнуть. Вот. А вот так? Есть. В принципе, вот так я его выполнил, а теперь давайте перейдем к самому интересному. Это сколько же я денег заработал за 1 час и 15 или там 10 минут, я уже не помню. Переходим в достижения, вот сюда, галерея моих наград, и начинаем забирать. Что у нас получается? Деньгами мы забрали 980 тысяч, а также нам дали в конце 3 слитка. Если мы посчитаем 3 слитка по 90 тысяч, то это выходит 1 миллион 250 тысяч за 1 час и 10 минут. А у меня, в принципе, на этом все. Вот такой видеоролик получился. Я надеюсь, себе он был полезным и информативным. Напиши в комментариях, выполнил ли ты уже достижение на 50 миллионов дрифта и каким способом. Если ты выполнял таким же способом, то ты красавчик. А если ты выполнял вообще, как бы, как и задумано, ездил, дрифтил там в порту или в аэропорту, то ты вообще тогда ультра-мега-чел.
Но если ты еще не выполнил, то обязательно заходи на сервер, пока не пофиксили, бери чиповочку и выполняй, и зарабатывай свои кровные деньги. А я надеюсь, тебе этот видеоролик понравился. Поставьте лайкос, помогите продвинуть его в топ. Также не забывай подписаться на канал, ведь здесь выходит очень много интересного, полезного и веселого контента. Колокольчик, чтобы всегда его смотреть первым. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока.